перегрелся телефон в теплице, не договорила. Поставили с севера на юг теплицу, чтобы сильно не продувалось, потому что не думали, что у нас на Урале такие жаркие лета будут. Так что вот, сейчас вот страдаем от этого. Вот на улице, посмотрите, огурцы 2 ночи заморозков пережили. Вера их укрывала, по-моему, тазиком, что ли. Ну, конечно, страшненькие вон какие, но ничего, живые. Монгольский карлик так и есть, пожелтевший. Нижние вот листья, верхние вроде ничего. Вот даже вот пытается цвести. Ну, ничего, отрастет. Тут, ой, господи, тут у нас кабачки закрытые. А тут у нас патиссончики. Патиссончикам что-то здесь тоже не нравится. Видите, какие желтые. Их высадила, только они сразу как-то пожелтели быстро. И так никак не придут в себя. Но тут они растут в корнях малины. Может, поэтому тоже вот подкормлю. Сейчас покажу, что я сегодня буду делать. Нашла прошлогодний все-таки от клеща антиклещ. Дома лежал. Это очень радует. Сначала им обработаю, а потом уже клещегоном. Не знаю, многие пишут, что антиклещ не помогает. Нам хорошо помогает. Вот, 1 миллилитр на литр воды. Обработка с 2 сторон, плюс прилипатель. Обрабатываю листья с 2 сторон. Стебель обрабатываю, в макушку хорошо прям заливаю. И, конечно, еще параллельно обрабатываю томаты, потому что тоже может быть паутинный клещ. Так, огурцы вот сульфатом магния опрыскаю. И, может, полью селитрой магниевой. Вот этот пакетик выходит на 10 литров воды. А, и эпином опрыскаю еще вот помидоры, чтобы лучше завязывали. И снимем с них стресс. Ну, так-то тоже какое-то видео, по-моему, смотрела, что если обрабатываем эпином, больше ничем обрабатывать не надо. Только 1 эпин. А уже через несколько дней другая обработка. Так, ну вот сульфат магния, наверное, смешаю с антиклещом. Попробую, потому что раз обработка будет по листу, и та, и другая, думаю, как бы ничего. И добавлю, конечно, биоприлипатель. Сейчас немножко еще. Сейчас, наверное, пролью помидоры. Полью, а потом уже буду обрабатывать. Еще 2 огурца надо посадить, которые вон там валяются на грядке. Заморозок не стали сажать их. Такие вот делишки на сегодня. Потом сестра приедет с работы. Польем огород и поеду домой. Соню сегодня с собой не взяла. Дома она у меня осталась. Ой, ну на этом все. Видео совсем коротенькое получилось. Программы монтажа у меня нет. Так бы, конечно, соединить оба видео. Ну, что получилось, то получилось. Да, еще надо не забыть снять клеенку с перцев и баклажанов. Всем пока-пока.